4 членов преступной группы, промышлявшей разбоями и кражами, обезвредили в Алматинской области. Подозреваемые занимались исключительно воровством машин и автозапчастей. Полицейские выяснили, что молодые люди в возрасте от 20 до 27 лет причастны к серии преступлений. Несколько из них были совершены в Талдыкургане и Алматы. Вычислить злоумышленников удалось благодаря сообщению жителей Илийского района. У предполагаемых бандитов сотрудники изъяли нож, которым они пользовались во время налетов.